Я родился около 70 лет назад в населенном пункте, расположенном на реке Урал. Жаңабулақ сейчас поселок. Вырос в Калвертном. Поэтому и когда я пришел в таком возрасте, опять вернулся к реке Урал. Это она мне близко, эта река. Она в Европе занимает третье место после Волги и Дуная. После того, как на Волге построили гидроэлектростанцию, она стала единственным нерестилищем, естественным нерестилищем осетровых пород. Но в связи с тем, что построили на верхнем течении в России несколько плотин водохранилищ, водность уменьшилась. Это основная причина уменьшение водности. Поэтому руководство Российской Федерации, она участвует во всех конференциях, во всех этих, но фактически она не заинтересована. Это промышленный Урал, это промышленный центр России, там оборонные предприятия. Вода, она им нужна, поэтому они о наших проблемах не думают. Вот это дерево стоит на яру. Она скоро упадет. Она даже не дожидается паводка, она упадет в этом году. Это сколько, если посчитать, сколько по карте у нас яров, то можно посчитать, сколько древесины, математически можно, что ежегодно во время паводка, это сотни кубометров дров, деревьев, они падают в море и загрязняют русло. Урал почему становится мелкий? Сейчас Сакмара, который дает 50% стока, на нем построили тоже в одно водохранилище и хотят планировать еще три. Если будут построены эти водохранилища, то где-то в ближайшие, скажем, 20-30 лет Урал вообще может потерять свой сток, она может вообще не дойти до Каспия, как было с рекой Эмба. Надо ставить вопрос принципиально, чтобы они не строили дополнительные плотины на Сакмаре. Все эти озера, которые находятся в пойме, они не получили влагу, они все многие высохли. Если будет продолжаться, то высохнут деревья, которые находятся на пойме, исчезнут зверь, кабаны, косули, лося почти нет, лось иногда приходит с России. Человек можем продлить существование этой нашей водной ценной артерии. В бассейне этой реки находится где-то в Уральской области где-то около 90 населенных пунктов.
75% населения нашей области живет вдоль этой реки, пьет эту воду. Дальше живут люди от Раусской области, которые тоже питаются, пьют воду из этой реки, которая она их кормит. Поэтому мы не должны допустить, чтобы наша река погибла. Я должен бороться потому, что я здесь родился, вырос, и мои дети здесь будут жить, никуда не уйдут. Я должен вот это оставить для своих потомков. Те древние яицкие еще казаки говорили, это живой дракон. Он на 1000 километров вытянулся от Уральских гор. Он припал к Каспийскому морю, Хвалынскому еще тогда называли. И вот втягивает в себя белугу, осетров, севрюгу. 4 раза рыбачили на 3 раза на реке Урал и 1 раз на Каспийском море. В остальное время никто не имел права подходить к этой воде. Если взять Урал, это такая боль наших всех, и не только уральцев. Ну что это происходит? Почему он вдруг ни с того ни с сего стал так катастрофически мелеть? Его уже не надо переплывать, там можно пройти пешком. Здесь тоже надо заниматься и работать. Давайте мы очень серьезно отнесемся к этой проблеме. Мы просто погибает Урал. Что с Аральским морем случилось? Это же не кто-то инопланетный человек приехал и вычерпал его. Это сделали люди. На территории Башкирии стоит 3 перегородки, я по-простому говорю, которые не пропускают воду. В результате каждую весну Башкирия тонет. Поселки, населенный пункт и так далее, и так далее. В это время, когда здесь засуха. По территории России и Орское водохранилище, и Реклинское водохранилище. Надо все это на международном уровне решать подобный вопрос. Если мы сейчас вот ближайшие 3-4-5 лет ничего не предпримем, мы действительно окажемся в пустыне. Сейчас, ребят, подождите, соберутся все и потом начнем уже. Всего мы выпустили 550 тысяч мальков, как я уже ранее сказал, 4 видов. Это за какое время? Это проект начался у нас, реализовывать начали проект мы 1 сентября. В течение 18 дней мы выпуск осуществляли, и сегодня уже завершающий этап. Это последние 1000 по договору именно белуги. И плюс в качестве показательного выступления, если можно так сказать. Если от общего объема хотя бы доживет до стадии зрелости 20%, это будет очень хороший результат. На данный момент вот, порядка 5 лет у нас наблюдается низкий уровень воды. Это связано с тем, что мало паводков, вот, низкий уровень сброса воды с России, там, Ириклинского, Токманского водохранилища. Вот, но хотел бы отметить, что река Урал на протяжении вот многих это десятилетий наблюдается такая цикличность. То есть мы сейчас вот начинаем только подниматься с низа, с этого спада. Будем надеяться, что в дальнейшем будут более полноводные годы. Thank you.
68 жыл болады. Осы ауылға келін болып келгеніме. Сонан бері тұрым осы ауылда. Мен келгенде бұлақ 11 жыл жерден ағатын еді. 11 жерден осы бұлақ. Онда сапқыз жоқ. Суы балдай тәтті керемет, тап-таза мөлдір ағатын. Мен келгенде бұл кәдімгі атақты бұлақ болды. Жұрт келіп осыдан емге су алатын еді. Мына құлақ аққанға, сосын бөтек ауырғанға, сосын өт ауырғанға алады бұны. Өт ауырғандарға. Ал сол бұлақтан шығырдық. Мына бір сап қоз құрылды келіп 65-те да. Сап қоз құрылғаннан кейін тек арғып өткі үйді салды, ана орыс моласының үстіне тек қалғы отырып алды деп. Өлген итің, өлген мысығын бәрін деп бұлаққа лақтыра берді. Қазір бұлақ тазаламайды. Ертең дым су жоқ болып қалса нағылады. Ойбай ай, масқара ай. Ол жақсы емес осы. Құрынбау керек оған. Көктемде бұлақ жақсы жұмыс жасап тұрды. Су болды бұлақта. Сосын мына жаз мезгілінде судың деңгейі төмен түскенде көктемде бұлақ тартылды. Содан кейін енді өзіміз жаңағы ауылдың жігіттерімен барып аршыдық. Жаңағы питаларын алып аршып не істегенбіз? Қазып суын шығардық негізі. Тағы. Одан кейін қайтадан су тартылды. Тоқтап қалды. Енді қазір мына бөгетті бөгегеннен кейін енді мен өз ойым себебі ана жайлап қайтадан су беріліп жатыр. Жылғымын, жасым 85-де. Мен енді көп жыл балықшы болдым. 20 жылдай балықта бригадир болып қызмет жасадым. Содан кейін сол ел басқардым. Енді Шалқардың балық күнінде көп болды. Біздер аулаған ақта 40-30 тонлап шығарып жүрдік. Оның қазір азайып атқан себебі мынау Шалқардың суы азайып кетті. Айнала қамыс өсетін еді, ол жоқ қазір. Су кетіп қалғасын, қамыстар жоқ, балық өспейді. Қамыс болмағасын, балдыр қолғы шашқан ақытта су шайып кетеді олдырған. Қамыс болмағасын, оны олдырықтың тұратын жері болмағандықтан. Сол себептен мынау қазір балық азайып кетті енді. Жалпы айналып шығу көлемі 92 километр. Жалпы айналып шығу көлемі Шалқардың. Қазір деген енді кішкентай кесе сияқты болып қалды ғой. Бірақ та сол өзінің көлемі бұрынғы несімен айналып шыққан кезде 500 метр кетіп қалды. Бір қазір енді барып қараңыздар километрде болып қалды деш. Шалқарды жабу керек бір 3 жылға, 5 жылға. Вообще жекенде ешкімді де аулатпау керек. Міне, біз сұраймыз, жабыңдар деп. Жабу керек, мораторий жариялау керек. Вообще Шалқарға ешқандай ау мен де істетіп ешкімді жақындатпау керек деген. Сонда жаңа балық өседі. Жайықтан су айдаймыз деп былтырғы жылы келген, айтым жігіттер босқа шығын шығармаңдар. Жайықтың өзі кеуіп жатқан кезде қайдағы су? Жайықтың өзі де жаңағы былтыр алдыңғы жылда кеуіп қалды. Осындай Шалқар ол кеуіп кетпейді еш уақытта, ол өзінің қалпына келеді. Біз үміттенеміз. Занимаюсь овощеводством, ну, бахчи сажаем, поливаем с речки Барбаставу. У нас уровень, ну, постоянно падает очень сильно за лето получается, и как все зависит от того, что какой Урал. У нас получается Урал, он основное, ну, зеркало притягивает осадки к нам сюда. Сейчас Урал он обмелел очень сильно, и получается
ни старицы не заливает, ни луга, ничего. Зеркала нету, дождей нету. И у нас получается засуха сильная. Птица страдает, гнездиться негде, уходит. Утка уходит, гусь уходит, все уходит. Зверя меньше стало намного из-за этого, потому что нет воды в степи. Да, вода – это ресурс, это я не спорю, но все равно. Мать природа, она не зря распорядилась так, чтобы она должна течь туда. В определенном объеме. Не человеку решать это. Я так думаю. Просто надо как договариваться с ними, что ли, или что, как-то это делать. Делают же как-то. Пускают же воду, правильно же. Просто в малом объеме пускают. Он-то воду, он же как давал, так и дает, я думаю, там, в верхах. Она же никуда не делась. Просто она до нас не доходит, и все. От этого страдают те южные хозяйства кушумские, от того, что нет воды. Кушум не наполняется, водохранилище не наполняется. Сейчас на Витик поедешь, ты плакать будешь. На Кушум, если ты на коровьих разливах был хоть раз там, ты был вообще? Не был там ни разу. А я там был, я там рыбачил, я знаю, что это такое. Там сейчас просто ужас. Что было и что стало. Потому что там воду надо на юг тоже. Они вроде с весны наполнились, а чего толку? Они дальше отдали, а им нет. Все от этого зависит. Потому что строили же все это, чтобы это работало. Люди же там живут уже, куда ты их денешь? И о них же тоже думать надо. Мухаммед Мухит Тосарда 2015-тен бері қожалық мал ұстап, мал өсіріп жатырмыз. Енді былтырдан бастап, осы биыл көктемнен бастап су жоқ. Су тартыла бастады, су келеді, пен жүрдік, онымен келген жоқ, до конца құрғап болды. Оның ішіндегі енді балығы бәрі өліп біткен болар енді. Енді не то, что біз былай қарай, вообще 5-6 шақырым су жоқ. Судың жағдайы деген қиын. Біздер жер қазып, құдық қазып су алып отырмыз, бірақ ащы. Осы судың қашан келетінін білмейміз. Енді суды жоқ жерде тіршілік болмайды ғой, былай қарағанда. Су деген ол бір өмірдегі нағыз керек нәрсе ғой, былай қарағанда енді. Былай су жоқ бола беретін болса, мына жерде мен жалғыз емес, толып отыр осынан қожалықтың бәрі. Біреуінде су жоқ енді. Аяқтың жағдайы қазіргі ғалымдардың айтуы бойынша бізде маловодный цикл деп атайды, орысша айтқанда қазақшасы су аз жылдар циклі 2006 жылдан бері жалғасуда. Ол 2023 жылға дейін жалғасады деген болжам бар ғалымдардың айтуы бойынша. Аяқтың орташа көпжылдық судың деңгейі 9,46 миллиард болса, 2006 жылдан бері осы деңгейге судың көлемі жеткен жоқ. Яғни айтқанда 12 айдың ішінде судың көлемі 6-7 миллиард, 5 миллиардқа дейін аз уақыттар түскен уақыттар болды. Ал 2019 жылы минимум деп айтамыз, осы судың ең аз келген жылы 2019 жыл болды. Барлық 12 айдың ішінде келген судың көлемі 3,5 миллиард. Былай айтқанда 3 есе түсіп кетті судың көлемі Ресейден келетін. Жайық өзенін өздеріңіз білесіздер,
судың көлемі 80% мына Ресей Федерациясында құрылады. Ресей Федерациясында ең ірі су қоймасының бірі бұл Ерекла су қоймасы. 3-2 миллиард су жинайтын мүмкіндігі бар. Көктем кезінде судын толтырып, артық суын төменге жібереді, және де жазғы кезінде сол Ерекла су қоймасынан төменге ағысына су жіберіп отырады әрдайым. Біздер Қазақстан мен Ресей екі ортасында үкіметаралық келісім бар. 92 жылы басталып қол қойылған, 2010-да жаңартылған бұл келісім. Химия құрамы жөнінде ол гидромет центр мамандары ай сайын құрамын алып, анализін жасап отыр, сапасын тексеріп отырмыз. Жалпақ тілмен айтқанда критический превышение жоқ. Әрбір ингредиенттер бойынша бір жарым есе әрбір ингредиенттерден бар негізінде превышениелер. Бірақ ондай критический емес. 2014-да 3,5 миллиард көрсе бір жыл ішінде. Дейін одан өзі 600 миллиондай уақыт келіп отыр. Аты жөнім Арман Хайруллин, Атамекен эко қоғамдық қорының төрағасымын. Қоғамдық жұмыспен 4 жыл болды айналысқаныма. Жасым 36-да. Сондай кәсіпкермін, дегенмен де біздің табиғатымыздың жағдайына өте алаңдаймын. Бала кезімізде ерке жайығымызда күнделікті келіп, күніне 5-7 көксерке балығын аулап кететінбіз. Ал қазір бүкіл жайықты сүзіп отырып, ондай балықты ала алмайсың. Бұл не деген сөз? Жайықтың күйі қазір апаталды жағдайында. Жақын болашақта, егер де президент бұл мәселеге араласпаса, трансшекаралық өзеннің жағдайын ашылай бермек. Әрине, көбінесе табиғи процестер айтылып жатыр. Судың бір мерзімді келуі және кетуі, регрессия секілді терминдер жиі қолданылады. Дегенмен де бұл жерде адамның үлкен осы табиғат процестеріне қол салуы нәтижесін беріп жатыр.